Всем большой приветик, друзья! Ну что, мы с вами продолжаем разбирать итоговый женский турнир в полуфинальной стадии, и сегодня, как вы уже заметили из названия, мы разберем матч между Ариной Сабаленко и Кори Гауф. Обе девушки уступили свои крайние матчи в группе, так как, по сути, для них они никакого значения не имели. И было это сделано дорожно или нет? Ну, говорить сложно. Хотя, если вот прям разобраться, то, например, для Арины Сабаленко, как и для Елены Рыбакиной, ее соперницы, уже матч вообще не имел значения, абсолютно никакого, так как выход в полуфинал решался второй матч, там между собой соперницы, так скажем, делили выход. А вот для Гауф было, так скажем, тактически грамотно уступить Барбаре Крейчиковой, дабы не пустить Игу Швёнтек. Но так иначе, считаю, что все равно, как бы они там ни настраивались на свои матчи, вот крайние групп, наверное, где-то подсознательно расслабило и Гауф, и Сабаленко тот факт, что они уже в любом случае выходят в полуфинал. Но если будем смотреть именно то, как девушки шли по турниру, ну, до того, как они еще вышли из группы, и вообще в целом концовку сезона, то, конечно, безусловно, Сабаленко становится гораздо выигрышнее. Ну, во-первых, у нее огромнейший эмоциональный подъем. Она заканчивает сезон на первой строчке рейтинга. Она завоевала 2 шлема в этом году. Она снова выиграла свой любимейший Ухань в Китае. Так какие же мысли у меня по поводу конкретно данного полуфинала? Ну, на самом деле, я, в принципе, уже все сказал. Для меня абсолютно логически, абсолютно более, ну, что ли, предсказуемо будет то, что Арина выйдет в финал, так как она на этом турнире правда смотрится лучше остальных девушек. Стабильнее, надежнее. Опять-таки, я не беру в расчет крайний матч, так как он уже ничего не решал, и у Гауф, в принципе, то же самое. Я беру лишь по 2 матча у одной и у другой теннисистки. Гауф тоже хорошо, бесспорно. Да и по личикам, если мы посмотрим, там равенство 4-4. Но более, наверное, все-таки будет правильным смотреть именно на матчи этого сезона. А в этом сезоне 2-0 в пользу белорусской теннисистки. Отсюда следует логика, что я склоняюсь к тому, что именно Сабаленко выйдет в свой первый финал на итоговом турнире. А как ваше, друзья, мнение, как завершится данный полуфинал и вообще сможет ли все-таки Арина добиться своей цели и выиграть этот заветный для нее трофей? Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. А вообще, кто не знает, у меня есть телеграм-канал. И еще есть закрытый телеграм-канал. В общем, кому интересно, пишите мне в личку в телеграме. Все расскажу, все покажу. Ну, а пока что пожелаю вам, как обычно, хорошего настроения, удачи и до скорой встречи. Не забываем поставить лайк этому видео, напоминаю вам невзначай. И если оставить еще комментарий, вообще будьте красавчики.